Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Черепашки-ниндзя-легенды. Так, Лига Мастеров, забираем с тобой награды. Кстати, я тебе хочу сказать, что да, обновление у нас остается всего лишь 32 минуты. А зашел я сюда, чтобы взять топ первое место, ребята, да. Так, забираем здесь с тобой награды. Поднять уровень персонажа, это все понятно. Давай-ка забежим с тобой в магазин, откроем бесплатно колоду. Кто у меня там? Ага, Кейси Джонс, что-то я его даже не признал. Странно. Сразиться в боях, да? А у меня всего лишь 9 телепортов. Ну и как мы будем с тобой делать? Вот объясни, пожалуйста. Так, тигриный коготь. Мы на него, по-моему, все, что могли, нашли, да? Потом я вас спросил, ребят, кого будем прокачивать. И большинство, повторю, проголосовало за Шреддера. И, кстати, много проголосовало даже за Сплинтера, но все-таки за Шреддера. Так что давай его будем с тобой прокачивать, именно по скиллам. Так, нам нужно с тобой найти очки. Ага, быстренько мы их с тобой нашли. Так, что нам еще надо? Ага, 8 пультов, 8 пультов управления, давай-ка сделаем. Данный Кренгов, это все не то. Ага, пульт от телевизора нашли. Давай дальше искать. Второй. Третий, слушай, неплохо идет. Четвертый. По-моему, мне придется все телепорты здесь оставить. Ага, спасибо, дали мне телепорт. Как раз хватит, да? И последний, судя по всему. Все, ребят, телепортов больше у меня не осталось. И мы можем прокачать с тобой Куракабута. Шреддер черпает силу из древней реликвии Куракабута. Вероятность 15% отразить во врага 25% нанесенного им урона. Ну, слушай, неплохо, но все равно я хочу все-таки, друзья мои, прокачать вот это тебе конец до 5-й ступени. Так что не будем пока спешить. Здесь мы с тобой забираем награды. Пройти серию испытаний. Давай быстренько пробежимся. Кстати, мы можем с тобой сегодня, после того, как у нас обновится неделька, да, сыграем на, как обычно, на арене, да, бустанем. И может быть, пройти, опять же, смятение из другого измерения. Потому что мы сейчас с тобой практически вот пройдем первый круг, ты видел, да? И там останется еще один круг, и все. И награда будет у нас в кармане. Стрелозад, успокойся. Делает он мне здесь свой выпендрежи. Так, завариваем. Ну и этого шитика тоже с тобой мы сейчас бомбанем. Давай, Усаги. Красавчик, двигаемся на вторую волну. Кто у нас тут будет? Кто у нас тут будет? Хана, конечно же, его в первую очередь, ребята, нужно валить. Нечего ему здесь делать. Так, клан Футвиц упал. Можно волну, в принципе, применить. Но я, наверное, сделаю вот так вот, ракетами. Ай-яй-яй. Добиваем. Так, в кого он там? Тихо-тихо-тихо, не надо так делать. Бибоп, опасный типок, ребята. Давайте лучше подхилимся, потому что я боюсь, он будет сейчас стрелять именно в Бакстера. Ага, видишь? Хорошо, что я подхил сделал. Так что сейчас мы с тобой его разберем и получим свои награды. Так, Кланфутус, давай падай, не выделывайся. Замечательно. Ну что же, двигаемся с тобой далее. Забираем награды. Я не знаю, успеем ли мы с тобой за полчаса. Да, в принципе, успеем. Я еще посмотрел, ребята, рекламки. Взял себе 10 откатов. И все. Сейчас будет у нас топчик. Плюс еще 525 бакинских у меня в кармане. Так, а вот поднять уровень персонажа. Кого? Кого мы будем с тобой поднимать? Давай Шреддера, наверное, а? Подожди-ка. Хотя, да, Шреддера. Навыки. Вот так вот. Чуть-чуть не хватает, чтобы он получил 60 уровень. Ну, ничего страшного. Времени еще предостаточно, успеем. Так, ну а я пошел на турнирку. Кстати, ребята, у нас на этой неделе Мания Майки. Так, это на Микеланджело, да, испытание. Городская война, тени на солнце. Что-то я не помню. Тени на солнце. Кто здесь у нас? Ну и черепашья буря. Это будем мы с вами драться против черепашек. Так, ну что, 50-й ранг, как ты видишь, здесь
Владимир, Тони и Луис. У них у всех одинаковые кубки, поэтому тут и уровень, кстати, одинаковый. Единственное, что нам выгоднее брать вот этих, наверное, ребят. Главное, чтобы здесь не было никакого Микеланджело и тому подобное. Ну и тут нужно как-то еще распределить силы, чтобы нас здесь, не дай боже, конечно, не завалили. А то и так телепортов мало, точнее откатов, и персонажей мало. А нам нужно с тобой здесь, ну, как минимум, наверное, 6, а может быть и 7 побед. Что я сейчас сделал, друзья мои? Ё-моё, вот это я сейчас... Зачем я у Саги просто так сделал удар? Воу, все. Вот это фейл, ребят. Хотя, подожди. Может быть, Шреддер все-таки спасет Комодору? Хотя, вряд ли. Эти сейчас вдвоем походят. Ну и нам крышка. Я просто лопухнулся в плане... Да, Шреддер упал. Я в плане того, что Усаги сделал у меня обычный удар. Он же должен был делать свою вертушку. А я заговорился с вами, и, ребят, все. И поплыл. Вот что нужно было делать. Я офигею сам себя. Заговорился, заболтался. Я и забыл, что мы с тобой на арене, к тому же. И при всем при этом даже не повесили постепенный урон. Ты че, Усаги, совсем что ли припух? Я не понял. Офигеть, ну ты молодец, конечно. Вот это ты подвел. Всю команду, ребята, подвел. Вообще постепенного урона ни на кого не повесил. Трындец, я тебе скажу. Просто трындец. Ну, кролик, блин, ну ты обосрался, конечно. Тут по-другому не скажешь. Ладно. Хотя бы втроем выжили. А могли бы и Ваньку положить, поверь мне. Вот так вот. Может быть, это не надо выкладывать сегодня, друзья мои? Может быть, закроем на это глаза? Да нет, пускай будет. 46-я позиция. Ну, сам понимаешь, да? Теперь нам придется не 5-6 боев, а, наверное, все 10 делать. Так, ну что у нас тут? Илья, Данила и Нет. Ну, давай возьмем вот здесь вот. Ну, как же так, а? Заговорился и Усаги не сделал удар. Вот это, конечно, непростительно, друзья мои. Так, секундочку, тут еще... Вот эти вот Микеланджелы все, причем, да? У них очень большая инициатива. Что у этого, что у этого, что у классического, что у оригинала. Они достали. Почему им такую большую инициативу дают, а? Чем они ее заслужили? Тем, что он самый молодой из этих, из черепашек, да? Кстати, ребят, тут уже не до шуток. Тут Роквелл сейчас выживет, скорее всего. Так, 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 тихо. Если мы бросим... Ё-моё, я не знаю, получится ли. Фух. Карачка меня не подвела. И слава богу, она все-таки завалила. А так бы Роквелл мог бы сделать массовую атаку. И потекли бы слюни по полу. Опять бы там развалились. Опять бы я злился. Ладно, двигаемся с вами дальше. Здесь у нас... Так, тут Карайка. Давай, наверное, вот... Нет, вот тут Хан. Не хочу брать с Ханом. Давай вот эту вот команду возьмем с тобой. Джан Хау. Так, на всякий случай возьмем... У меня Тимати уже здесь. Даже переплюнул Змейка Вьюна. Я даже сам этого раньше не замечал. Ну что же, отлично тогда. Сейчас, ребята, будем... Так, не забывайте, что Сплинтер у нас имеет контратаку. Ну, Усаги, я думаю, выдержит. Не рассыпется, я надеюсь на это. Вот, шикарно. Сейчас, ну, кроме Слэша, конечно. Он на Слэша не повесил постепенку. Так, Карайка выжила. Тихо, 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 родные мои, не надо. Змея Карай может упасть. Опа. Постепенный урон убил Бибопа. А так бы мог... Мог бы, кстати, ударить Змею Карай, и она бы у меня... Отдуплилась. И это было бы очень плохо. Ну что, какое место у нас сейчас с тобой? 29-е, да что ж такое-то, а? Ну, откатов еще пока хватает, ребята. Так что не расстраиваемся. Так, берем опять наших двух партизанов. Здесь возьму, наверное, Шархана. А возьму Паукуса и... Ну, давай Змейка Вьюна. Вот такая у нас бравая командочка получается. Тут оригиналы Донателло и Сплинтер. Так что попробуем... Массовые атаки, да, с наложением кровотечения. Замечательно, но Сплинтер, как видишь, не получил своей дозы. А Леонардо, в принципе, должен всех забомбить. Да, замечательно. Была 29-я позиция, я надеюсь, сейчас будет 20-я, хотя бы. 20-я, 19-я, меня бы устроило 15-я, но вряд ли, конечно, мы получим с тобой. Так, ну-ка посмотрим.
Ага, 20-е, ладушки. 9 откатов, то есть я еще смогу сделать 4 боя, да? 4 боя. Угу. Ладно, будем сейчас с тобой определяться. Ну, в принципе, лом или лам, можно его взять. Перестраховаться зэк. Нет, зэка не буду брать. А вот Рокзара возьму, Донателло и Майки. Микеланджело я не буду ставить, ребята, уклонение. Будем просто с тобой им бомбить. И бомбить, скорее всего, надо будет Леонардо. Да. Поехали. Хотя повышенный урон, конечно, идет по сплинтеру, как ты видишь. Но мне желательно Леонардо ушатать в первую очередь, потому что он хиллер. Ну и плюс еще массовая атака. Ну вот смотри, опять он. Твою же налево, Бибоп 100% выживет. Странно. В тот раз выжил, а в этот раз нифигашечки. Не знаю, как у него так получается варьировать. То выживает, то погибает. Давай, пожалуйста, 12-ю позицию. Оу, 9-я. Ну все, ребят. Можно, в принципе, расслабиться. Сделать последний бой. У нас даже с тобой еще откаты останутся, да? Останутся. Я даже еще не всех персонажей здесь отыграл. Фу. Ну что же, круто. У нас с тобой, по-моему, там пицца есть. Можно, в принципе, зайти в смятение из другого измерения и попробовать пройти хотя бы этот круг полностью. Там кто у нас? Оригинал? Нет, не оригинал, по-моему, классический, да? Черепашки будут. Так, давай, зэк, бросай. Замедляшка. Ну, не на всех, конечно, сработал, но муха так и так отдуплится. Все. Шикарненько. Так, сколько у нас там по времени еще осталось ждать? Наверное, где-то минут 20, да, до отката. А по времени сейчас глянем, сколько у нас. Так, ну, на моих часах половина. Половина третьего дня. Ну, топчик или нет? Топчик. Ребят, первое место. Все отлично. Так, в магазине что-нибудь можем с тобой приобрести? Кстати, да, у нас же хватает с тобой монет. Монеточек хватает, и мы с тобой приобретаем 3 ДНК на Микеланджело оригинал. Опа. Так, 81 ДНК у него имеется, то есть еще нужно 19. Угу. Плюс, если мы с тобой пройдем смятение из другого измерения, да, мы, надеюсь, там получим хотя бы парочку ДНК. И это будет хорошо. Так, а по жетонам у нас с тобой, ну, 400, да? 400 жетонов. Приобрести мы с тобой ничего не можем. А если бы даже у нас и были бы, куда бы мы тратили с тобой, а? На Микеланджело? Видение или... На Слэша? Может быть, на Слэша будем копить, а, друзья мои? Слэш как бы тоже неплохой. Да? Тут мы с тобой ничего приобрести не можем. Окей. Так, задания выполнены. Давай, наверное, мы с тобой поменяем все излишки, которые у нас с тобой здесь и есть, чтобы они мне глаза не мозолили. Так, а за топчик мы что с тобой получим? Кстати, надо глянуть, сколько у нас там выйдет по наградам. 50 ДНК, да, Леонардо ролевой. 50 ДНК. Так, ну-ка смотрим, что у нас тут получается. 50 ДНК. Так, где же ты? Вот он. Ага, друзья мои, у нас 12. То есть будет 62 ДНК. Надо будет еще 38. Но это прилично набивать. 38 ДНК. Да. Ну ничего не поделаешь, ребят. Ничего не поделаешь. В общем, пошли с тобой быстренько сейчас пробежимся, да? Смятение с другого зрения. Буквально здесь пройдем. И вот здесь. Ну и, может быть, парочку уровней еще там свыше захватим. Так, ну что, пошли сюда. Я вот не помню, у меня у всех суперудары остались? Или же где-то я что-то сфейлил, а? Ты не помнишь? И я не помню. Ладно, возьмем Армагона. Заодно сейчас с тобой и посмотрим, у кого там что осталось. Главное, чтобы была уклоняшка. Так, этот сейчас, естественно, будет на скорость, да? Точнее, на силу атаки бафать. 100% тебе говорю. Этот будет, наверное, на отхил. Оу, щит. Тогда нам лучше попробовать заблокировать его. Ну, Усаги, ну ё-моё, ну... Так, Рафаэль, спасибо тебе большое. Лео, добивай его. Чётенько все.
Так, ответочка поступила. Будем делать валоны? Я думаю, что не стоит. Знаешь почему? Потому что этот будет хилять Арфаэль. А вот то, что мы понизили им атаку, это замечательно. Пускай хиляет, ничего страшного в этом нету. Так, мы можем... Атака пониженная, так что давай, Леонардо, будем сейчас с тобой ушатывать побыстрее. Ну, понятно, я даже не сомневался, что он сделает валун. Так, добьем. Нет, Майки, наверное, не справится. А нет, удачно получилось. Так, Донателло заблокировали. Плюс добивочный. Есть контакт, и остается Рафаэль. Давай, наверное, суперукусом сейчас его прижучим. Замечательно просто. Так, бросает люк. Вау. Тихо, тихо, тихо. Нам бы, конечно, лучше бы хильнуться надо было. Потому что, ну, ты сам видел, у Саги что-то со здоровьем вообще плоховато. Это благодаря тому, что Рафаэль бросил люк в конце. Успел, да, скажем так. Ну ладно, а мы с тобой идем, блин, на Шредера. Что, серьезно, что ли? Блин. Ладно, перед Шредером там будет боевочка одна. Я надеюсь, мы там с тобой успеем. Или взять массовую лучше. Давай возьмем массовую атаку с провокацией. Потому что я думал, выбор между Рокзаром и Железноголовым. Но у Рокзара мы знаем, что нету массовых атак. Вот, здесь обязательно хильнемся с тобой. Потому что я не хочу потерять Усаги. Вот. Массовая атака, наверное, не нужна. Давай попробуем заблокировать. Да что ж ты будешь делать? Что-то Усаги сегодня у нас вообще как-то не алло. Что с ним не так? Ну, бомби, отлично. Так, мне нужно вот этого Хариуса бомбануть. Давай, наверное, проникающим сделаем. Замечательно. Так, ну этих голодранцев мы с тобой быстренько сейчас распишем. Ну, а вот и сам Шредер. У нас уклоняшка с тобой откатилась или нет? Ну все, 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 хорош там радоваться, довольный такой вышел. Причем я вот смотрю, и когда он выходил, я не видел у него меча в руках. Откуда он его взял вообще, а? Причем взял и начал еще крутить им. Ну заблокируй ты хоть разок-то. Не хочет. Просто не хочет. Молодец. Лео красавчик. Да, Усаги, конечно, сегодня меня расстраивает очень сильно. Что-то он вообще расслабился. Надо его, наверное, отдать в додзе, пускай качается там, да? Тренируется. Или Сплинтеру отдать его, чтобы его тот загонял. Ну что, давай, наверное, еще быстренько с тобой пару уровней пробежим. Да? И уже можно будет ждать именно обновления недели. Так, это у нас Шархан, да? Тигриный коготь. Ну, конечно же. Маузеры начинают выпендриваться. Причем так неплохо отнимают здоровье. Ушатали. Так, я, если что, ребят, попробую заблокировать. Фигушки, да, там получилось заблокировать. У нас двойная атака у Лео. Лео должен с ним справиться. Ага, не факт. Хм, получилось. Так, постепенно. Почему там написано было постепенный урон, если мы его так справились, забомбили. Так, ну здесь намного все хуже, поэтому делаем ярость Рафа. Уклоняшку, да, наверное, будем делать. Ладно, на всякий случай перестрахуемся через уклонение. Так, ну-ка. Усаги, ну хоть часто сделай нормально, а? Пожалуйста. Ну, в принципе, неплохо. В принципе, неплохо, можно уже их и добивать. Шмык, и все. Ну тут отлично, ребята, он повесил постепенный урон. Опять же, правда, не на всех. Но главное, повесил. Так, и двигаемся дальше. Я не знаю, сколько у нас там по времени, давай-ка посмотрим. Может быть, сейчас уже чудо произойдет. 12, ребята, минут осталось ждать нам. Я думаю, наверное, мы с тобой пока остановимся. Я поставлю на паузу и пойду-ка налью кофеечку. И ждем, ребята, обновления недели. Ну вот и все, турнир закончился, друзья мои. Забираем свои награды. Окей. Лига мастеров, 3 звезды, как видел, топчик. Ну, 9600 сюриков. Леонардо ролевой, 50 ДНК. Так, 90 золотых осколков и 75 платиновых. Ну что, давай сразу тогда пойдем на арену и начнем быстренько с тобой бустовать. Просто моментально.
Я думаю, сейчас мы с тобой очень быстро и далеко улетим. Улетим. По-другому это и не назвать. Хотя, не факт. Помнишь, были такие моменты, что мы начинали играть и... Да куда мы доходили? До лиги сёгунов, по-моему, да? Это максимум. А иной раз и до лиги мастеров успевали добежать. Но опять же, по-моему, использовали с тобой откаты. Так, Рафаэля завалили. Кирби, хорош тут выделываться. Сейчас мы его ушатаем. Оу, в плане. Молодец, красавчики. Такие довольные. Два бибопа, да, были здесь. И Рокстеди. Так, ну что, давай смотреть. Воин, две звезды, 73 место. Так, что у нас тут? А если я попробую... Вот, 11-12, самое то. И возьмем мы с тобой, наверное... Во, Леонардо, подходящий никнейм для нас. Но не забывай, что здесь... Так, погоди, вот так вот лучше. Здесь 21 уровень, и это у Бакстера Стокмана. Хотелось бы мне посмотреть, как он будет сильно бомбить. Начнем, наверное, с Мухи. Да? Или надо было с Бакстера начать? Нет, лучше с Мухи. Массовая атака. Давай, Донателло. Пумс, постепенный урон. Шикарно. Так, вот единственное, что... А, у нас есть массовая атака, по-моему, да? Это вот она. Ну-ка проверим. Да, это она. Пич. И постепенный урон уничтожил Бакстера Стокмана. Замечательно, двигаемся с тобой дальше. Очень быстро мы с тобой должны сегодня пролететь. Как говорится, эту ареночку занять достойное место. Так, воин, 3 звезды уже, 85-я позиция. Хм. Так, 11-12, а дадут мне 11-13? Или я не дождусь? Наверное, не дадут, скорее всего. Хотя, ребята, 12-13 уже есть, это Андрюха. Смотрим на уровень, 25-й максимальный, да? А у нас пока 30-й, по-моему, да. Пока 30-й, уже 34-й, а там пойдут 35-й и 40-е. То есть замечательно. Все равно мы будем с тобой немножко опережать нашего противника. Здесь, наверное, лучше начать с Донателло. Ну-ка, Кейси, проверим тебя. А заблокировать ты не смог, да? Ну-ка, если вот так сделаем. Да что ты? Но все равно надо уничтожать его, иначе он будет хилять. Так, бомбочку бросим. Такой, главное, испугался, прижался, бедолага, да? А вот это что означает? Запрет на хил? Тихо-тихо-тихо! Ты смотри, что творят. Так, друзья мои, минус майки. Давай-ка мы попробуем с тобой как-то, я не знаю, карайку нужно наказать. Ты посмотри, сколько здоровья там у нас осталось. И это не смешно, совсем не смешно. Так, ну-ка. Есть контакт. Ну, Леонардо, ты уж извини, браток, мы должны тебя здесь победить. Мы еще и замедлили его. Эй-эй-эй-эй-эй, давай, саблезу, бомби его. Фу. Ты просто посмотри, сколько было у Микеланджело здоровья. Ну, я тебе говорю, если бы мы пропустили бы чуть-чуть бы, все, его бы там бы и положили. Слава богу, мы этого не допустили. Переходим с тобой на элиту. 80-е место. Так, и здесь у нас 11-12, 12-13. А можно получить 13-14? Дадите мне или нет? Наверное, не дадут, скорее всего. 13-14. Ну, что так долго поиск идет, а? Вот, друзья мои, 12-14. Отлично. Это у нас Аракис. Аракис. Ну-ка, давай-ка мы с тобой. Раз, два, три, четыре. Тут 29 уровень максимальный. Ну, пока терпимо, друзья мои. Где-то на 7 уровней разница у нас. Должны положить. Но вот тут кролики, конечно, и то, что Острозуб. Надо начинать, скорее всего, с кроликов, что ли. Я не знаю. И Острозуба надо валить, потому что он сейчас в провокацию встанет и будет очень плохо. Голубь, значит, да? Слушай, давай попробуем все-таки завалить. Ай! Во, вот что нам поможет. Бумс. Так, а этот будет в стойку вставать. Это я тебе точно говорю. Хотя Леонардо тут еще, смотри-ка, собирается, наверное, будет хилять. Слушай, скорее всего, будет хилять сейчас. Давай проверим, успеет ли только. Успел, а? Ну ты посмотри на него, он успел. Хотя он не особо сильно хильнул. А вот то, что Острозуб в стойку встал, это, конечно, плохо. Так, ну-ка давай, Пит, психонитом. Убиваем.
Да, теперь Леонардо. Так, а кстати, у нас здесь, друзья мои, два хила. Это Пит, голубь, и Рафаэль, так что можно не волноваться. Ну что, Крис Брэдфорд, пора в план. Чё так мало-то, эй? Ну-ка, давай-ка. Вот так вот, на ускорении. Раз. Вторая атака, и третья будет добивающая. Это сделает Пит. Индри-индри-индри, он еще так прикольно танцует, да, в конце? Как прямо из криминального чтива, ё-моё. Ну что же, двигаемся дальше и... Да. Элита 2 звезды, ранг 96. Так, а здесь мы с тобой 12-14, давай-ка мне 13-15, вот. И это у нас Владислав. Слушай, я не слишком ли сильно газую, а? У меня там какие уровни-то? А, 40-е, ладно, пока терпимо. Возьмем Рафаэля. Так, здесь Хан. Слушай, Хан, давай вот так вот возьмем Кожеголового, чтобы он встал, если что, в провокацию. Ну и сам знаешь, да, у него есть массовая атака. Он, в принципе, должен выжить. Так, начнем. Ну, наверное, с Хана и начнем. Так, посмотрим, насколько сильно будет. Ну, неплохо. Так, теперь лучом от наших кроликов. Так, замедляха сработала, да, я смотрю. Так, тут еще и меткость понизили. Предлагаю сделать защиту на всю команду и массовую атаку от Кожеголового. Слушай, неплохо. Ах ты, хилять решил, да, команду. Так, этот баф. Контратака здесь, да? Ну, в принципе, мы можем с тобой вот так вот сделать. Не особо, конечно, она у нас сильно прокачанная, но как проверим. Оу. Ничего хорошего из этого не вышло. Ну-ка, так. Да что ты будешь делать-то? Ну, а так, если... Трындец какой-то. Я офигею просто. Мы не можем его пробить. Так, ладно, шутки в сторону. Надо майки валить. А, у них здесь у обоих контратака, да? Тогда давай лучше вот здесь сделаем. Оп. Провокацию, да, будем брать? Будем брать провокацию с тобой на Кожеголового. Плюс у нас еще и броня там висела. Ну все. Шмальнем разок. Минус бибоп. Так, тихо, 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 Крис. Не надо, пожалуйста, тут выпендриваться мне. Готов. Но согласись, вот сейчас вот в данный момент бой был очень, ну, долгий. Потому что уровни практически одинаковые. Если бы не было у меня Кожеголового здесь, могли бы даже проиграть. Так, а мы с тобой переходим на элиту 3 звезды. Ранг тот же самый, да? Сохранился за нами. 13-15. А дадите мне 14-16. А вот сейчас, наверное, вряд ли они мне этого дадут. Воу, дают, друзья мои. И это Дилан. И это Дилан. Так, смотрим. Бронза, бронза, тут золото. Ладно, а у нас с тобой 40-е уровни. Слушай, вот здесь уже, ну, если честно, уже опасно. Возьму-ка я, наверное, Донателло с провокацией. Все у нас, конечно, в золотом ранге. Но тут все зависит от скиллов. Мы это все прекрасно знаем. Так. Чтоб тебе, Майки, а? Инициатива большая, блин, у всех практически, да? Ладно, бросим гранату. Окей, сейчас начнется, да. Провокацию будем брать. Провокацию на Донателло видения. Я надеюсь, он выстоит. Теперь ураганчик от Макмана. Слушай, Майки, наверное, надо вольнуть. Попробуем его сейчас добить здесь. Отлично. Так, пиццелиция. Ну-ка, попробуем этой штукой. Минус двоечка. Добиваем с тобой Микеланджело. И остается бибоп молотом в лоб. Тыч. Все. Слушай, ну Донателло видение, молодец. Он меня не подвел, очень классно простоял. Так что все выжили, и мы с тобой получаем Full River, да? Так, посмотрим, мы перейдем с тобой? Нет. Вот здесь ребята уже не перешли. Элита 3 звезды, ладно, ничего страшного в этом нету. Давай-ка выбирать с тобой нормальных противников. Дадите мне 13-16. Скорее всего, вот сейчас вряд ли уже, да? Но я попробую еще, наверное, пару-пару разиков поискать. Вот, далее. Поехали. 30 какой там у нас максимально? 37-й. Оу.
Слушай, 37-й, 40-й у нас здесь, 42-й, 43-й. 43-й. И кого бы взять-то мне? Крипа мы возьмем с тобой. Ну, Крип почему? Потому что это провокатор, да? Он не так силен именно по атаке. Просто не позволит врагам бомбить моих слабеньких персонажей. Так, начнем с массовой атаки. Фигня какая-то получилась. А, у него еще и пит есть. Ладно, давай-ка попробуем его ужалить. Почти получилось. Так, бросим баллончик. Замечательно. Ну, а теперь провокацию. Заодно еще и замедлим. Правда, не всех. Так, у них хила нету здесь. Больше хила нету. Так что давай, наверное, подожди-ка. Нет, не будем пока брать провокацию. Плечом. Так, Донни делает массовую атаку. Молодец, красавчик. У нас хил-то есть здесь? Нет у нас никакого хиллера. Так, а это что у нас? Ага, погоди-ка, нам, наверное, с тобой надо брутальность. Поехали. Замечательно. Так, минус, наверное, в плане не получилось, а если так? Замечательно. Так, и Рафаэль шипами, давай-ка. Что-то слабо как-то у нас получается здесь. Постепенно урон повесил. На тебе. И Донни остается один. Ну, Донни тоже прикрывается, берет, как ты видишь, защиту дополнительную. А что, брутальность вешает постепенный урон от Леонардо? Ведь это же была не случайность, верно? Слушай, так это прикольно, если Леонардо может вешать постепенный урон, даже пускай на одного персонажа. Это тоже очень классно. Ну что ж, мы с тобой двигаемся дальше и смотрим. 14-17, значит так. Я возьму именно ноунейма. Так, и 41 уровень, да, здесь максимальный 41. У нас с тобой 45 уровни. И прикроемся мы Леонардо, наверное, да, возьмем? Или как? Или Майки? Секунду, дай-ка подумать. Или вот этого Микеланджело. Слушай, я думаю, они меня не разбомбят здесь, а? По идее, сейчас Микеланджело мой должен сходить первым. Так, я, естественно, бафаюсь на атаку. Хм. Микеланджело Космос, да, значит, первым ходит. Так, мне бы, конечно, хотелось бы заблокировать хил у Эйприл. Ну, попробуем. Сможем блокировать? Лишь бы грибок этот не подвел. Дудки там. Так, ладно, тогда на атаку. Давай вызывать этих приспешников. Окей, мне нужна еще одна массовая атака. Так, тихо. Массовая атака нужна. Ну давай, Крэнк, не подведи. Я знаю, не прокачаны у тебя эти ракеты. Так, минус двоечка. Плюс, ко всему прочему. Так, Криса, наверное, надо бомбить. Донни сейчас кого будет бомбить? Наверняка Майки. Нет! Да, друзья мои, подбили. Лопухнулись. Вот из-за этой гибели как раз нам может не хватить кубков. Кубков для чего? Чтобы попасть в лигу сёгунов 3 звезды. Ай, блин, Майки, ну что ж ты так, а? Ладно, ребят, ничего страшного, всякое бывает. Тем более мы уже с тобой, да, в плане. А, мы уже в самураях. Ладно. Ну, просчитался, совсем чуть-чуть просчитался. С кем, как говорится, не бывает. Думал, что выкрутимся, но видишь, Микеланджело, к сожалению, сдулся на ваших глазах. Ну что, берем с тобой Терренса и... Так, 43 уровень здесь, да, уже? 43, раз, два, три, четыре и какого-нибудь... Да что я тут парюсь, ё-моё? Вот так вот будем делать с тобой. Мы же так обычно, да? Когда нам нужно оторваться хоть на 10 уровней, мы с тобой берем Леонардо. Леонардо сразу всех вырубает, вышивает... И мы двигаемся с тобой дальше идеально. Блин, надо было так раньше делать. Потерять надо было Микеланджело, чтобы допетрить до этого. Ладушки. Так, самурай 2 звезды. 47-я позиция. Здесь. Во, 14-18. Уровень 44-й, 45-й и 46-й. Надо отрываться, ребят. От
отрываться как можно дальше от них. Нет, Шредер, ты пока подождешь. Леонардо мы берем и в бой. Надо, чтобы у нас был хотя бы уже 70 уровень, да? А у врага 60. Только в этом случае можно будет себя чувствовать комфортно. Ну а пока будет разбираться за все Лео. Там два Лео, да? Классика и такой. Ну что же, двигаемся тогда далее. Я думаю, сейчас мы с тобой перейдем уже на Самурай 3 звезды. Позиция у нас 89-я. Не очень, как говорится, высокая. Так, дайте мне, пожалуйста, 15-19. Будьте так добры. Они дают 14-18. Это максималка, да? То есть не хотите давать, да? 14-18, 14-17. А 15-19. Давай еще разочек. Не хотят давать. Ладно. Кронос. Давай, Леонардо, берем с тобой. Так, Крис, отвали. Пока здесь ты не нужен. Раз, два, три, четыре. Ну вот, 50 уровней, как я тебе говорил, у меня их слишком много. Если мы сейчас отыграем ими, потом можно будет уже от Леонардо отстать. Вжариваем. Готовы. Двигаемся тогда далее с тобой. Сейчас посмотрим, перейдем мы. Да, по идее, должны, да? Нет, не хватило. Буквально... Оу, я думал, там пару уровней. Не хватило очень много. Угу. Может быть, уже хватит 14-18? Дайте мне 15-19. Во, вот. Есть, друзья мои, контакт. Давай-ка мы теперь отыгрываем. Раз, два, три, четыре. Слушай, полтинников-то еще... Оу, целая рота. А откатов у нас с тобой, по-моему, осталось всего лишь две штуки. Ладно, здесь валим их всех. Так тут можно было даже, мне кажется, не Леонардо брать, а Изека того же самого. Одного достаточно было бы, да? Или кого? Ну, у нас есть еще Усаги. Можно было бы его взять. Так, ну что, Сёгун. Ребята, Сёгун, одна звезда, 87-я позиция. Два отката. 15, 16-20 дадут, нет? Мне кажется... Не дадут, потому что скажут: Рейд, ну ты что-то слишком уж сильно побежал вперед. Ладно, фиг с ним. Давай пока выберем с тобой, наверное, вот это вот, Бретто. Возьмем Бретто. Крис вот так и лезет, а? Раз, два, три, четыре. Ну согласись, очень много у меня 50-х уровней персонажей. И как бы надо всех прокачивать. Каким образом, я пока не знаю. Так, Лео всех шинкует. Тут даже без разговоров. Так, и мы с тобой двигаемся дальше. Смотрим, на какую позицию приземлимся. Ну, уже должны, по идее, зайти. Нет, не должны. Не получится, да? 43-е место. 40... Во, 15-20. Так, у нас с тобой последний откат. Последний откатик, поэтому, наверное... Да иди ты, Крис. Возьмем с тобой Армагона. Стоп. Опасно. Возьмем с тобой еще Шредера. По идее, инициатива должна быть у Армагона довольно сильная, чтобы мы сходили первыми. Ну-ка. Да, и должны, в принципе, всех бабахнуть. Сплинтер выжил, ты посмотри-ка, а? Ну-ка, давай вот так вот сделаем. Есть контакт. Не зря я этот удар первоначальный прокачивал, да? Одиночный, но эффективный. Так что продвигаемся с тобой далее. Вот сейчас мы уже переходим с тобой на Сёгун 2 звезды. Ранг 95. Последний откат. Дашь мне 16-21? Или нет? Или не согласишься? А, мне кажется, не даст. 15-20, 15-20, не более того, да? Да, друзья мои, не хочет он давать. Тогда возьмем с тобой... Сиер или СР. Тут можно взять Бакстера Стокмана. И ко всему прочему, раз, два, три, четыре. 60 уровень, не забывай, что здесь инициативка, конечно, у Хана большая. Может пробить Муху. Может пробить Муху или Мондо Гека. Так и есть, по нему начал бить, да? Тихо, тихо, роднульки. Вот этого я и боялся. Вот этого, блин, я и боялся.
Блин, Бакстер, этот Стокман, навозный жук, а? Я офигесню, какой он медленный. Я на него, в принципе, ребята, рассчитывал больше. А он, видишь, в самом конце сходил, думаю. Да и Ванька тоже, конечно же, подвел. С какого перепуга у него инициатива большая, если он меня меньше по уровню? Вот ты мне вот объясни, а? Вот как это получается? Майки, который там сходил, он всего лишь на атаку сделал команду. Смотри, они меньше меня уровнем. Опять же, ребята, то, что я говорю меньше уровнем, это не говорит о том, что у них меньше прокачаны скиллы, чем у меня. У них скиллы могут прокачаны быть очень, например, до 6-й ступени, и все. И тогда, несмотря на то, что у них маленький уровень, они могут меня просто забомбить. Но мне же не видно, как у них там прокачано все. Ладно, 15, давай 16-21. Во, 16-21 есть. Так, что мы с тобой возьмем? Раз. Ну ладно, пускай будут эти. Ну, в принципе, ребята, два провокатора, да? Точнее, ну да, два провокатора — это Железноголовый и Тимати. Плюс массовые атаки. Они должны здесь свое дело сделать. Так, пауку сдавай. Меткость понизили. Не всем, но понизили. Так, я думаю, Тимати не стоит брать в провокацию. А здесь мы, наверное, можем их всех ушатать. Твою же параллельку. Так, тихо, ребята, тихо. Не дай бог сдуюсь. Фух, вроде бы все обошлось. А то я уже подумал. Что ты творишь? Блин, прям вот на острие ножа вот гуляем мы с вами, да? Ты смотри, сейчас бы чуть-чуть задержался, или кто-то у меня бы не сходил бы, и все, мы опять бы с собой потеряли бойца. Угу. До сих пор еще в Сёгуне две звезды. До сих пор. 16-21. Так, ну что, здесь уже придется, друзья мои, бомбить по полной программе. А вот этих возьмем. Зэк бросит бомбочку. Замедлит. Надеюсь, всех замедлит. И будем надеяться, что Майки не успеет сделать на атаку баф. Ага, как раз его и замедлили. Так, Рафаэль, не вздумай там хилять. Так, и остается уже никто. Все. Сейчас мы переходим с тобой в Сёгун 3 звезды. А вот в мастеры вряд ли мы сегодня попадем. Чтобы попасть в мастер, нам нужно как минимум 3 боя сделать. А у нас с тобой не выйдет так сделать. Просто не выйдет, потому что не хватает персонажей. Ну, дайте мне. Не хотят 17-22 давать. Не хотят. 16-21 и все. Ну ладно, фиг с вами. Так, Вова. Иди сюда, Вова. Раз, два. Ну что, серьезно, что ли? Вот так вот, нет, так мне не нравится, ребята, что остаются у нас с тобой два персонажа, которых мы не можем использовать. Что за дела? Придется брать два. Не два, а 10 откатов. Здесь даже я не буду ничего применять. Уклоняшки там всякие, да? Просто рвем их и все. Так, секунду. Вот этого, наверное, нахлобучим. Потом Донни. Ну, а потом уже Бибоп. Все. Легче легкого, как говорится. Вот сижу и думаю, стоит ли брать. Ну, конечно, стоит. Так, какое там у нас с тобой местечко появляется? 43-е. Ладно, возьмем. $250 мы тратим на все это дело прекрасное. Кстати, надо будет мне еще сегодня осколки эти понабивать за кадром. Вот, 16-22 дали. Усаги, Рафаэль, я точно? Ну да. Да, ребят, никого больше не осталось. Вот как раз этот последний бой мы сделаем с тобой. Ладно, возьмем Леонардо. Кого бы еще-то тут взять? Давай Майки возьмем и Бакстера Стокмана. Все, поехали. Сейчас вжучим. Да тут сейчас первым будет ходить Усаги, естественно. Хотя, может, Майки? Майки, да, все-таки? Раз. Вторая атака делается. Теперь делает Усаги свой суперудар.
Я думаю, они не переживут. Нет, конечно, они не переживут, потому что Леонардо делает свою вертушку, и они все падают. Вот и все. Друзья мои, что здесь еще скажешь? Аренка сегодня прошла 50-50. Ну, как тебе сказать, три боя, по-моему, да? Три боя мы с тобой сыграли с проигрышем, или два? Два. Да, два. Третий мог бы быть, но мы все-таки вырулили там ситуацию. Мы с тобой должны попасть в мастера дудки. Никаких нам мастеров нам не хватало, не хватило совсем чуть-чуть. Ну да ладно. Так, что же дальше нам делать? Можно было бы, конечно, пойти смятение пройти, да? Смятение пройти. Но это по времени очень долго выйдет. Давай мы, наверное, с тобой сделаем это в следующей серии, потому что надо еще кое-что заснять. Да. Так что, ребятушки, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков. Удачи вам!